красного ринга Саадат Далгатова, Россия. В синем углу ринга Эльмира Азизова, Россия. Весовая категория до 75 килограммов. Red corner, Saadat Dalgatova, Russia. Blue corner, Эльмира Азизова, Russia. Weight category under 75 килограмм. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Саадат Далгатова, Россия, город Подольск. Боксер 88-го года рождения. Боксом занимается 9 лет. На ринге провела 101 бой, 87 поединках одержала победу. Является финалисткой чемпионата мира 2014 года. Трехкратная чемпионка России. Тренируется под руководством Фролова, Талипова и Закирничного. Red corner, Saadat Dalgatova, Russia, born in 1988. She was the second in the championship of the world 2014. She is four times champion of Russia in 2014, 15, 16, 17. She's been boxing for 9 years. Seconds out. Thank you.
Бокс! Под руки. В седьмом углу ринга готовится к продолжению боя Эльмира Азизова, Россия, город Казань. Боксер является третьим призером чемпионата России 2018 года. Счет боев не ведет. Тренируется под руководством Виктора Шевелина. Blue corner, Эльмира Азизова, Russia. She was the third in the championship of Russia 2018. She's been boxing for 7 years. She doesn't keep the score of her victories. Her coach is Viktor Shevelin. Seconds out.
Да в этом бою единогласным решением судей победу одержала боксер синего угла Эльмира Азизова, Россия. Unanimous judges decision. The winner is Эльмира Азизова, Russia, blue corner.